люди, студенты, молодые. Теплоснабжение потребителей столицы Чувашии, подключенных к ТЭЦ-1, переведено на Чебоксарскую ТЭЦ-2. ТЭЦ-1 окончательно завершила свою производственную деятельность. Такую информацию опубликовал Минстрой Чувашии. Как утверждает ресурсоснабжающая организация, подача горячей воды и тепла жителям осуществляется в строгом соответствии с установленными параметрами. Чебоксарская ТЭЦ-1 стала первой станцией, построенной в республике. Ее история началась в 1948 году со строительства хлопчатобумажного комбината. С 1 января 2011 года основное оборудование Чебоксарской ТЭЦ-1 было выведено из эксплуатации. До настоящего времени предприятие обеспечивало тепловой энергии всех своих потребителей за счет пара, получаемого Чебоксарской ТЭЦ-2.